Здравствуй, дорогой дружок. Я хочу тебе поведать одну старую сказку твоей жизни. Эта медитация посвящена твоему восхождению к твоей личному росту, к твоему личному восхождению, к твоей звезде. Я. И ты идешь по этой дороге. Ты видишь впереди солнечный свет. Ты начинаешь подниматься по ступенькам к твоему счастью, к твоей удаче. Ты прекрасный, жизнерадостный, счастливый человек. Ты само совершенство, ты самый прекрасный на свете человек. Ты прекрасный, ты обворожительный, ты обаятельный и привлекательный. С тобой твое сердце, с тобой твоя душа. Она самая лучшая на свете. Главный человек у тебя — это ты. Ты прекрасен. С каждой минутой ты осознаешь все больше и больше, что ты прекрасное, светоносное существо, состоящее из света. Благополучной жизни идет твое сердце. Ты идешь в восхождение. Твоей звезде, ты звезда своей вселенной, многогранной. Ты многогранный, многогранно одаренный человек. С каждым мгновением ты понимаешь все больше и больше, что ты прекрасный, многогранно одаренный человек. И мой голос тебя ведет к свету твоей души, к свету, к самому совершенствованию. Ты идешь по жизни легко. Все преграды на твоем пути ты легко преодолеваешь. Ты прекрасное светоносное существо, состоящее из света. Ты прекрасен, ты любящий и любимый человек. Ты прекрасный, обворожительный, обаятельный и привлекательный человек. С каждым мгновением ты понимаешь, что ты все более прекрасен, все более совершенен. Само совершенство — это ты. И ты понимаешь, что твоя жизнь самое ценное, что есть в этом мире. Твоя жизнь и твоя любовь зависят от тебя самого. Ты идешь по пути, по дороге к своему собственному счастью. Твое счастье — это путь, по которому ты идешь. Твое счастье остается у тебя внутри. Твоя радость и счастье — это ты сам. Ты сам творец своей жизни, творец своей судьбы. С каждым мгновением ты становишься все